Дорогие друзья, продолжаю прогулку по территории Черепашьего озера. Вот здесь такая освещенная территория, и поэтому камера хорошо читает все. Там ребята играют в футбол. Видно, это какая-то команда, которая именно тренируется серьезно, потому что там тренер, я его слышу, этого тренера, дает какие-то ЦУ. Ну и вот здесь вот люди приходят, видите, на тренажерах заниматься. Кто хочет заниматься, тому не нужно говорить о том, что вот, если бы у меня были лишние деньги, я бы взял абонемент в фитнес-центр. Вот, пожалуйста, бесплатно все. Здесь установлено железо, все нужное. Кто хочет тренироваться, может совершенно спокойно заниматься своим здоровьем, своей фигурой и выбирать любое время дня и ночи. В принципе, вот, пожалуйста, парень тренируется. Здесь сейчас фантастический воздух. Кстати, вот в кафе там было прохладно немного. И сложно было сидеть, потому что вот я все-таки с машины взял легенькую куртку. Такую совершенно прозрачную. Ветровка. Ветровка такая. Целлофан, считайте. Целлофановый пакет на себе нацепил. Было холодновато. А вот сейчас, когда я даю такой вот круг вокруг озера, то, соответственно, там вода, соответственно, уже не чувствуется ни этого ветра, ни этого холода. Погода замечательная. Ну, здесь что-то вот сейчас людей не видно, а так до того они гуляли. Было достаточно много людей здесь. Ну вот голоса слышны. Там вдали кафешки, ресторанчики. И доносится музыка. Вот вы видите, свет отражается со стороны с воды. Вот этот свет отражается. Эти лампочки. Вот. Ну, здесь до 12 ориентировочно они находятся. А потом кафе и бары тоже закрываются, соответственно. Здесь с 6, с 5 утра летом уже можно встретить людей, спортсменов, и не только спортсменов, обычных людей, которые вот пытаются поддерживать себя в форме, бегают. Не обязательно теперь здесь идти на какой-то супер спортивный рекорд. Достаточно просто пройтись, дать несколько кругов для того, чтобы быть в тонусе. Жизнь – это движение. Вот видите, периодически кто-то там появляется. В основном это такие парочки, которые решили уединиться. Поэтому я на них и не акцентирую внимание камеры, чтобы они не комплексовали.
Вот здесь никого. Раньше, я помню, мы с телевидения поднимались сюда и давали 5-6 кругов, вот так вот очень целенаправленно, я и мои коллеги. Ну, а потом, дорогие друзья, заходили в ресторан и там пожрали все на свете. Здесь всегда были вот такие очень вкусные объекты. Общепита, ну не общепита, так заведение. И вот на нижнем ярусе, вот там сейчас вот видно, вот откуда свет идет, были очень вкусные хачапури. И вот мы там базировались, останавливались, чтобы перекусить. Здесь раньше были концерты. Очень модное было это место в начале 2000-х. Ну и, пожалуй, вот в 10-х тоже, кстати говоря, потому что сюда, здесь устраивали такие сцены на воде, были показы разные. Ну, а потом постепенно это все сошло на нет. К сожалению, эти модные показы и концерты передислоцировались. Им поменяли место дислокации. Ну, появились другие модные места. Потом тогда не было всех этих шумных, веселых, ярких этих шато, загородных, туристических центров. Тогда ничего этого не было. Сейчас такие модные локации, как это Шато Вере, Шато Мере. Вот все это под эгидой разных шато теперь проводится. И, соответственно, вот красиво, как будто море, как будто... Так, кто-то там. Ну, самое главное, они делают чисто, не делают, чтобы нас не было ничего. Так, пошли дальше, дорогие друзья. Ну вот парадокс заключается в том, что как только это касается в основном Фейсбука, не укажешь, что комментировать могут только подписчики. Вот случайно забываешь, да? Идут тупые комментарии, болезненные, нездоровых людей. Понимаете, вот это вот обидно, что это целый кластер субстанций, которые только пишут ерунду. Ну, наверное, это люди больные по жизни, нездоровые, угнетенные, униженные, оскорбленные, которым нечего делать, и которые вот эту свою пустоту проявляют именно в сети. Я вот представляю уже грязные комнаты, вообще-то. Все, что происходит вокруг них, липкое, все. И вот они пишут какие-то глупости. Сейчас
вот, тупость какую-то, вот, несусветицу, нелогичное что-то. Естественно, все это затирается. А вот те люди, которые... Это касается Фейсбука. Те, которые регистрируются и, вернее, являются подписчиками, конечно же, у них более такие адекватные комментарии. Все это очень так целенаправленно и логично у них. Ну, в Ютубе там все намного интереснее, потому что есть постоянные зрители, есть постоянные комментаторы, которые всегда пишут что-то очень важное, интересное и полезное. Вот такая вот градация, между прочим. Очень серьезная. Очень жаль, что Facebook так себя девальвация, что превратился он в пристанище вот этих дешевых ботов. Очень жаль. Наверное, компания должна что-то сделать с тем, чтобы предотвратить все это. Понимаете? Или регистрация, или авторизация. Должна быть другой. Нет, какие-то заморские байкеры ходили. Ну вот прекрасная идея у Твиттера сделать его платным и авторизироваться через карты. Это замечательная идея, кстати. И тогда, если человек будет авторизироваться через удостоверение личности, то есть он может там какой-то ник себе выбирать, какой ему нравится, но изначальная верификация и авторизация должна быть через удостоверение личности, чтобы вот этих безумцев, во-первых, всех можно было бы вычислять, а во-вторых, чтобы они платили. Хочет иметь там 10 аккаунтов, пускай платят 10 раз дороже, чем за один аккаунт. Так что это без проблем. И тогда не будет столько там безумцев, которые днюют и ночуют в этом всем. Мы уже с вами гуляем 13 минут, дорогие друзья. И это не предел. Нам еще нужно вот такую половиночку, такую интервалку пойти. Вот здесь опять будет освещение. Здесь вы видите такой приглушенный свет. Но он-то, может быть, и светит, но так как все это в листве, то, соответственно, уже и все это съедает листва. А то... По-моему, этот человек уже пошел на второй круг, дорогие друзья, пока я здесь медленно для себя гуляю. Он уже пошел на второй круг. Вот здесь вот
водная гладь. Конечно же, это днем нужно снимать и показывать. Но тем не менее. Вот так вот это все смотрится. Пошли дальше.